Городской совет ветеранов провел февральское заседание. В числе вопросов повестки дня – проведение осмотра школьных музеев боевой славы к 72-й годовщине Великой Победы. Заметим, за каждым таким музеем закреплены шефы, участники войны, труженики тыла, дети войны или члены городского совета ветеранов. На заседании также поднимали эту тему. Обсудили и реализацию мероприятий в рамках месячника по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Он продлится до 23 февраля.